со снегом. Мне вчера Петрович, один из зрителей у меня, написал в комментарии, что Дима, заведи курей, просмотров будет много. Свое мясо, молоко. Однако всем здравствуйте. Бложик на лайв-канал из деревни. У нас Юлечка учится в музыкальной школе, поехала. Отправлю ее. Да начнем посидеть в баре Неге, все занято. Итак, рассказываю. Многие сельские жители грезят романтизмом о скотном дворе в колхозе. Ну, думаю, сейчас домик в деревне купят, куриц заведут, поросят и козлов, которые дают молока. Рассказываю, что, ребята, это добровольная кабала. Понимаете, вы помимо того, что и тут отрицательная же сторона есть, что животных надо кормить, убирать за ними. И, соответственно, вы, заводя даже кошку банальную у себя дома, уже никуда не можете отлучиться на неделю, на две, да, в путешествие уехать. Или съездить к родственникам, отдохнуть, погостить. У тебя полный скот, полный двор скота. И вы себя в добровольное рабство вгоняете, мечтая о мнимых благах сельского хозяйства. Понимаете? И вот такие моменты многие не учитывают. Говорят, что свое мясо это вечно. Сейчас экономика страны, даже режим, мне как сказать, сейчас жизнь такая, что наша задача зарабатывать деньги. Деньги есть, купить можно все. Раньше было натуральным хозяйством жили, в плане, что деньги даже у тебя были, ты ничего не купишь. Сейчас это не надо, сейчас немножко геополитика поменялась, сейчас ты должен заработать денег. На собственном примере расскажу, я проще мне снять бложик, вставить туда, да, рекламу рекламодателя и заработать денег. И это же молоко, яйца и курицы я куплю уже в мертвом разделанном виде в магазине. Так что я вот так я вижу такие вещи. Никакой тут романтики нету. Ну и, видать, Петрович ни разу не держал скота, насмотрелся «Семья в деревне» роликов и такие вещи говорит. Нет, это глупость. Да, можно, конечно, там для этого завести, для просмотров. Но ты помимо просмотров так кучу геморроя хапнешь. Ненужного, главное. Да? Я сейчас на права отучусь, тоже ненужного геморроя машину заведу. Техосмотр, страховка, штрафы, то все. Есть плюсы, да, зато не пешком, но есть и, опять же, лишний геморрой и сливание денег в авто, если при условии ты возьмешь еще подержанную. Вчера мне, между прочим, Аршанин писал, патриота предлагает уже заделанного, на авито у нас Кира стоит 250 тысяч. Больше 5 пользователей уже было. 2007 года. 2007 года, Саша кричит мне там под духа. И 250 тысяч рублей. Ну там с лебедочками со всеми подняты. Я говорю, нет, такого не надо. Походу он весь ушатан, гнилой весь сделан. Потом на него же столько же еще 250 будешь вкладывать минимум. Ладно, сейчас мы чаю попьем, Юльку проводим. Саша Великан. Здорово, пацаны. Сегодня ты мне, наверное, нужен будешь. У меня балкон надо железом перекрыть. Поставить леса и подпихнуть, прила снять и подпихнуть железо, чтобы вода не бежала по стене. И нужна сила мужская, нахуй. Сила нужна, помощь, потому что одному там не сделать. Может сегодня, может завтра, не знаю, когда-нибудь сделаем. Будь на связи, Саша. Я, да. Поехал, Юльку провожу. Интервью. Чек. Снята куча роликов про этот, про квадроцикл, туда обслуживание. Наверное, я на третий канал его сделаю. Заправиться надо. У нас полный бар уже народа. Сейчас Юлечку отправим в город на учебу. Ты у нас по какому классу учишься? Фортепиано, скрипка и баян? Да, все вместе. Все вместе. Мне дорогу тут расширили, грязи отсыпали. Ничего пока держит. Вроде бы. Камеру бы еще сюда поставили, наблюдение. Ну, видим, все расширили. О, грязи-то. Да, все тут шляпа. Такая. Кто-то пытался тут проезжать. Кто-то пытался. Все нормально сделали. Еще тут кусты убрать, да и все. По сравнению с чем было, ужас.
Думаешь, дальше будут убирать? Или так оставят? Уберут, наверное, со временем. Этой работники молодцы. Дорожной службы. Все равно хоть что-то движется у них. Не так все. Не только бюджет распиливать умеет. Да? Эльку отправил, хотел Сашу на работу позвать, а он пьянский опять, как обычно. Толку от него сегодня мало. Ладно, работа отменяется. Потом сделал. Одному мне там не сделать. Хотя можно попытаться. Сейчас посмотрим. Покажу дождь. Сидим с Вовой, так я не могу уехать. Все, дождина у нас, все, работа отменяется на сегодня. Сидим с Вовой, бухаем. Пользуясь случаем, передай привет, Володя. Женщина, бежите. Не раньше вставали. Едем. Пили воду. Дождевую? Настоящая. 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 Чем попал, я тут с этим дождем сижу. Жду. Наверняка лучше на другую сторону. Наилучше выключим ее. Ходил сейчас, ножи заточу. А у меня точилочка есть, сами знаете, блатная. Вся улица просит, чтобы я и точил ножи. Ножницы еще поточил, смотрите. Я точил и сколько раз, и как я нож точил. Сейчас покажу, секунду. В общем, рассказываю, насмотревшись роликов в YouTube и начитавших умных комментариев, мне сказали, что точилка это чем плоха, что если здесь ты проводишь, заточил, да, эту сторону, и начинаешь эту точить, то так как наждачный лист ходит в одну сторону, крутится, то у вас одна сторона будет завальцовываться, понятно? В это и будет скручиваться. И я как точил ножи? Так, а потом переворачивал, отсюда выводил. До сегодняшнего дня, сегодня у меня было откровение, оказывается, здесь две стороны. Вперед точишь и взад точишь. Не-не-не. Ёкаламане. Я что-то не придал значения, штука американская, это мне, видите, у меня на 110 вольт она с переходником, то давно на канале, давно видел. Я вот так точил, а сегодня попробовал, думаю, ё-моё, точно. Вот нажимаешь одна сторона, нажимаешь другую сторону, и, соответственно, то сюда крутится, туда. Здесь одну сторону, здесь другую. И все. Ножницы наточил, вообще классная насадочка такая. И три ленты. Грубая лента. Вот такая коричневая и полировочная вообще лента есть. Я ей ни разу не пользовался для полировок. Зря вы говорите, что херня-то, ребята. Сейчас я переточил, ножей 20 я заточил. Как бритва бумагу режут. Но я не стал полировать только их вот этой полировкой. Я сначала крупной вывел угол, вот этой. Вывел. И уже вторым наждайком их довел. Вообще чётенько. Многие дела. Пользуюсь, между прочим. Хорошо. Ну, стоит. Кто-то мне в комментариях тогда сделал замечание. Дима, ты даже себе позволяешь такие вещи, которые простому человеку не позволены. Я не покупал ее. Ко мне пришел тогда кэшбэк-сервис, по-моему. Помните? И он сказал, давайте, нас прорекламируешь, а через нас купишь, что хочешь, мы тебе оплатим это. Я вот этот лобзик взял и вот эту точилочку. На 100 долларов они мне сказали, набирай товар. Вот я на 100 набрал, еще что-то взял, не помню. Так что так она 1005, наверное, стоит. 7, там еще есть более профессиональная, вообще за 13. Но вещь. Я к ней еще докуплю за 700 рублей, я вел на eBay. Вот такие ленты набор. И мне на мою жизнь хватит все точить. Вот так. У нас то дождь идет, то слякоть. Сегодня ремонт у меня. Хотела балкон сделать. Не буду делать. Ну его нафиг. Не, за одним решил свои все ножи заправить, которые у меня есть. Но у меня и так-то они острые, более-менее, но я точил их месяц назад. За одним и покажу вам, как это все делается. Сейчас я все разложу здесь, удлинитель вытащу. Сейчас старые охотники, рыболовы, как обычно, в комментариях скажут, шляпа, то все. Ребята, прогресс не стоит на месте, поверьте, вещь хорошая. По крайней мере, для бытовых нужд. Смотрите. Все показываю. Так, что там? Я сейчас камеру настрою. Секунду. Поближе, наверное, даже позвоню. Вот так. Две скорости. Смотрим.
И в другую сторону. Не доточилась. Ну, здесь толсто, давай потоньше. Так, проверим. Не доточилась. С первого раза не всегда выходит, рука еще не набита. Так, делаем потоньше, да? Было. Сами все видим. Рез видим ровный, бумагу не рвет. Она даже двойная каскада, все равно ее разрезает. Если хотите, говорю, отполировать, ставьте третью ленту, будет вообще как бритва. Так, давайте я это покажу. Этот нож должен быть тупой, он все больше у меня используется. Да? Ха-ха, видите? Не с этого надо было начать. Смотрите дальше. Он постоянно в деле, этот нож. Бумага уже ровно. И сейчас пойди. Кто за масляные ножи, да, тянет мазу. Хочется сказать, где вы с такой скоростью, да, вот за эти ножи. У меня есть, между прочим, такая, я уже показывал. Петр Есипов. Привет передаю. Ему показывал. Он говорит, ты пробуй на этих масляных ножах. Сколько придется заводить, ну, подводить нож, да, для кухни мяска порезать. Шашлычки вы собрались, например, сделать. Чук-чук-чук-чук. И вот отполировать, а нож тупой, да. Здесь два раза проходите на данном точиле. И видите, что как у кота яйца, понимаете? Так что говорить, что плохой аппарат, я бы сказал, что некомпетентно даже так говорить. Кстати, Фаль у меня любимый нож по мясу. Я его второй раз, по-моему, всего заточу. Только мясо разрешаю резать им. Итак, что хотелось бы сказать, друзья мои. Кто давно на канале, видит, что точилка у меня это используется. Что-то... Ни хера не заточилась.
валенок забыл в обратную сторону переключить скорость. Видите, сразу же. Так, где вам показать? Тоненький был угол взять вот здесь. Вот и все. Бумага сразу же стала резаться. Все уже искромсали нафиг. Ничего не получается. Видите, она даже с угла берет ее, все вырезает. Точилка себя показала с лучшей стороны, между прочим. Зря я в тот раз так не ожидал. Такая реакция была, что херня. Да какая херня, ребят? Вещь. Понятно, что денег стоит, но хорошая. И денег и стоит. Принцип работы на подпружине, подпружинина бегает наждачка. Да? Также на это есть. 20 градусов заточки угол. У охотников там 30, наверное. Не знаю. Вот такие дела. Ссылочку оставлю, так и быть, в описании. Постараюсь еще на Алиэкспресс найти, если есть. Я даже две модели оставлю. Кто из вас побогаче, возьмите помощнее, тут есть. Это более бытовая, есть еще такая более профессиональная. Можете деньги зарабатывать. Вот так. Ух, у нас опять сейчас дождь будет. Ладно, заточка закончена. Стихия. Снег с градом. Ну, где-то.